одна, вторая, вон они идут даже. Ой, смотри, сколько фур. Его остановил. Нормально остановил, короче. Резко. Отстегнись. Только можно даже заснять, как он берет. Хорошо, отстегнись. А что отстегнуть? Ну, потому что можно было выскочить. А, да. Не разгоняйся, Виталя. Проезжай за это. Да. О. Здравствуйте. А что у вас глаза такие испуганные? А что тормозите фуру? Что случилось? Просто посмотри. Человек в фуре, да. Кому? Ему? Нет, человек. А он при чем? Не сможет довести до того. Я не понял, это что, причина остановки такая? Вы что, таксист или что? Ну как это? Люди. Какую? Вы остановили фуру? Я что тебе по работе? Он при чем? Если сможет помочь, поможет. Так нет такой причины остановки. Что? Как, что вас удивляет? Кстати, во-первых, я не водитель, обратите внимание. Ну, водитель, я говорю. Кстати, ну, вы сейчас меня говорите, не водитель. Водитель. Вы мне расскажите, зачем вы остановили водителя? Я говорю, помощь оказать. А видел я помощь. Идите разбирайтесь с водителем. Идите. А что хотел? Идите разбирайтесь. Да я его остановил, что хотел? Что вообще, что хочет? Да я только остановился. Я понял, я видел, я за вами ехал. Ну, так я же говорю, оказать помощь человеку. Кому? Кому помощь оказать? Вот, сотрудникам, надо добраться до вот. Не понял, вы для сотрудников остановите? Попросите, я говорю, человек, чтобы он довел. Это незаконно, вы знаете так делать? Нормально? Что? Он остановил, вон стоит чудо его в форме. Он остановил фуру для того, чтобы он его отвез домой. Для того, чтобы, а попросите, здесь возможно. А денег взять остановил, какое? За что я буду денег? Так говорите. Ну, что поедем водить? Нормально, давайте вашего сотрудника, куда ему надо, мы сейчас доведем его. А кто старше у вас на посту сегодня? А? Старше, кто на посту? Главные все в парке. Не прямо, все руководство. Ну старшие поста есть сегодня? Сегодня? Да. Старший, вы все равноправные? Да. А как это так, 5 человек на посту? Ну а как это так, граждане Украины платят деньги, 5 человек сразу на посту на этом, что такая необходимость, это что, террористический какой-то участок? Все претензии. Журнал дадите? Да, у нас есть претензии, дайте нам журнал, мы заполним. А? Ну про мороженое журнал, не знаете? Повыдавали Мурзин, журналы там. Мурзин, заходите. Да. Про вашего мальчика сейчас напишем, заметьте. И как часто вы так делаете? Надо оказать помощь, делать, ну, как часто. Ну как это, подошел ваш коллега, сотрудник? Да, мне здесь родил, сотрудник подъехал. Ну, и вы так взяли, остановили фуру. Ну, это проблема какая-то. Конечно, проблема. Сейчас человеку помочь. Ну, конечно, вы знаете, сколько стоит затормозить эту фуру и сколько стоит ее разогнать? У них нет, я не знаю. Почему сотрудник сам не голосует, да, там? А это такая услуга, я так понял, можно подходить к работникам ГАИ, да, остановить машину. Подходят, и не только сотрудники, все подходят, если вопросов нет. Если я подойду, да, на пост. Вопрос не надо, я вам остановлю. Нет, сейчас вы все что угодно сделаете. Я вообще говорю, любой другой человек подойдет, то к вам попросит легко затормозить машину, легко затормозить. Если есть возможность человека подвезти, вопросов нет. Нормально. Да сейчас мы подвезем. Подвезите, если есть возможность. Услуга, а что нет? В прокуратуру заедем сразу. Пусть объяснение пишет. Правда, неправда, правильно? Ну, честно, сомневаюсь, что можно в приформе с пистолетом добираться на... А где он с пистолетом? Он без пистолета. Ну, в форме. Ручка есть у вас? Ты видел? Чистая? Да. Да, что у нас должна быть рядом, скажите. Девственная. А час какой у нас? Распечатка 12-11-15 года. Сколько это? Уже полгода почти. Полгода прошло. Срок сберегания 5 рублей. Ладно. Спасибо большое. Надеемся, больше не встретимся по таким неприятным поводам. Это не неприятный повод. До свидания. Счастливо. А здесь что там стоп стоит у вас? Да. Вы же не знак стоп, в связи с чем у вас стоит вообще?
Ну, по всем, не вот так улыбаетесь. Ну вот мы ехали только что по всем постам, везде знаки стоп убрали. Какой-то особый режим у вас здесь? Ну, я участник дорожного движения. Я остановился, я хочу знать, в связи с чем стоит знак стоп. Знак стоп ограничивает движение. В связи с чем это происходит? Ну, вы знаете, вы как инспектор ГАИ, который стоите за этот знак стоп, нам свистели свисток. В связи с чем он стоит? Тебя свисток свистели. Да? Тебя остановили, да. В связи с чем, ну, стоит знак стоп. Можно понять? Вы не знаете? Да я не хочу отвечать, потому что отвечу все. Ну как? Ну... Хорошо, кто может извините? Если по мосту, я же не знаю, кто это. Ну как вы не знаете? Ну вы посудовая особа. Я вам задаю вопрос. Кому я могу обратиться по данному вопросу? На... У вас здесь стоит знак стоп. Здесь чем? Он ограничивает движение. По какой причине? У вас стоят знаки ограничения скорости до этого перед постом. Можно узнать у кого-то? Телефон. Да. Нет, можно узнать в телефоне. Все по парам разбились и все. Зачем так много? Зачем так много? Черт, я не понимаю. Ну, два человека. А что сейчас? Усиленный какой-то контроль какой-то? А вы знаете, что за контроль? У кого все знают? Ну, как можно узнать у кого-то? Заехать в управление или позвонить, если можете позвонить? Можете позвонить? Вы как гражданин, имейте право. Я, к сожалению, не знаю номер телефона. Я вам расскажу, что знаю. Вашего руководства? Нет. Дежурная часть. Дежурная часть от чего? Краснограда? Нет. Ну, вы кому относитесь? Харьков? Харьков. Вы можете позвонить руководству и сказать, приехали люди на пост, участники дорожного движения интересуются, в связи с чем установлены ограничения проезда, да, именно знак стоп, стоп-контроль. Контроль чего здесь происходит, в связи с чем он стоит, для чего? Вот это ли дорога у вас стоит уже? Я с этой стороны тоже стоп стоит, да? Подрастает, можно уже посидеть, понаблюдать за вами. А что ты наблюдаешь? Это непонятно.